100 тысяч нам нужно заработать, ребята. Дофигища денег. 100 косарей. Чтобы получать на 10% больше золота. Ну да. Это не особо и много, слушай. 100 тысяч. Ой, 100 на 10%. Чтобы нам отбить эти 10%, я не знаю, сколько нам придется играть. Да? Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда Плей. Дуда Плей. Всем привет, ребята. Вы на канале Дуда Плей. И мы продолжаем играть в нашу замечательную игру «Замок». Так, и я хочу вот этого чувака поменять на какого-нибудь другого стрелка, например. Так, какого? Вот этого, что ли? Слингера? Что он стреляет, да? Стреляет. Давай попробуем. Посмотрим. Посмотрим, что он, как он будет работать. Хорошо. Поехали в бой. Сейчас посмотрим, что он будет стрелять или что делать. Да, он стреляет. Все-таки, смотри. Он стреляет, но может что-то он там... Улучшение у него, типа скорости, что ли, улучшается. Так, ну хотя бы он стреляет, это тоже хорошо. Тоже весьма неплохо, потому что нам нужно побольше всяких стрелков. Также мы будем улучшать сегодня наших лучниц. Две лучницы осталось для, на улучшение. Ну, я думаю, мы сейчас соберем как раз денежки, чтобы это можно было нам улучшать. Так, это вот у нас стреляет, смотри, усиленно. Все, пошла дальше стрелять. Хорошо. Ух ты, победа. Выиграли, хорошо, замечательно, дальше. Лучниц, давай. Раз... Два. А, денег не хватает. А кто там улучшается, вообще непонятно. Что-то эти серенькие, они так были серенькие, такие они остались. Ага. Вот эту лучницу видно, что он так стреляет очень много. Вот этот непонятно, чувак, что делает. Так, здесь это сделаем. Так, вот это тоже сюда. Молнии. Маны пока хватает у нас. Вон у кого. Вот, я-то не видел, что он делает. Он здесь создает чуваков, которые стреляют. Это очень даже круто, слушай. Нормально, смотри. Вот такие чуваки стоят и стреляют. Круто. Надо будет его прокачивать. Так, давай его прокачаем, чувака. Что у нас здесь? 15 секунд. 15-25. Вот, смотри, они будут стоять 17 секунд. Нормально. На 2 секунды больше. Может быть, это не сильно и много? 2 секунды. Но все равно, смотри. Вот, видишь? Молодцы, молодцы какие, слушай, ребят. Хорошо. Неплохо. 17 секунд тоже весьма неплохо. А, что у нас здесь? Что у нас здесь есть? Так, давайте быстренько тут, значит, выстрелим здесь. 18 тысяч мы уже подняли. Нормально. Да, видишь, они стреляют. Ну, не видишь. Стреляют противника, а противника-то нет. Поэтому как-то так. Так, победа. Давай дальше еще раз поиграем. Так, давай. Я хочу проверить просто. Вот, давайте, стреляйте. 15 секунд они стреляют. 16 даже уже. Ну ничего, мы будем улучшать их. Потом будет больше будет у нас они стрелять. Ну, в принципе, это лучше, да. Да, у нас нету золота. Как бы мы не добавили 10% золота, но ничего страшного. Надо будет еще их прокачивать, ребята. Это все деньги, это все деньги. Откуда деньги будем брать, ребята? Не знаю. Босс, босс, тихо, 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 тихо. Давай мы сейчас это лучников тебе поставим. Во, лучники мои пошли стрелять. Этого босса сейчас мы поставим. Во, давайте воюйте, делитесь. Все, и этот самый повержен босс. Хорошо. Так, улучшаем. Давай регенерацию маны. Все, 70%. Я думаю, неплохо. Так, а что здесь? Давай лучницы улучшим. Раз. Так, ну что-то я не увидел, что как там их улучшилось. Как они там улучшились. А вот этого чувака давай улучшим. 12 тысяч стоит. Так, 17,5 секунды. Ё-моё. Надо хотя бы секунд 30 сделать им. Да, сделай 30 секунд. Ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Сверху что-то образовалось, какая-то фигня. Не только орки вылазят. Но еще какая-то чувиха там стоит. И что-то она будет делать, смотри. Ага, эти вылетают птички. Ага, скорость плюс 10%. Но это какая-то эта бабища, это против нас. Это бабища против нас. Ёлки-палки. Было так хорошо. Было же так хорошо. Она, видишь, появилась. Появилась какая-то бабища и будет дэмэдж 10%. Офигеть. Они улучшают своих воинов. Понял? Так, мы тоже сейчас. Сейчас мы тоже своих воинов выпустим.
Че у нас скорость такая маленькая? Давай его увеличим. О! Так, разбираемся. Так, вы не хотите молнии? Пожалуйста. Немножко молний. Ага. Все. Ну, все, мы победили. Хорошо. А, давай улучшим вот этих чуваков. Где у нас он? Получается, вот это вот, да? Баракс. Баракс. Бараки. Так, а больше у нас такого ничего нет. Интересного поставить. Вот бараки мне, в принципе, нравятся. Только нужно их немножко улучшить. Вот так. О! Здесь, получается, они немножко дольше будут стоять. Так, хер, low HP, босс. Ауто. Ауто, они типа будут... Как они будут реагировать? Сейчас посмотрим. Эти ребята, которые будут выходить. Ну, они идут в бой. Ну, правильно, так в бой и надо идти. Что ж, в бой-то и нужно идти и уничтожать вот этих всех монстров. Да, то, что добавили вот этих ведьм вот эту сверху, она, короче, колдует. Это не очень хорошо. Угу. Ну, я думаю, ничего страшного, мы как бы... У нас тоже много воинов всяких различных, поэтому... Мы справимся, я надеюсь. Заработали. Мы еще мало что-то зарабатывать стали, потому что мы убрали эти золото, эту добычу. Давай вместо вот этого мы поставим сейчас трофеи, вот это поставим. А вместо кого? Вместо вот этого волшебника мы поставим чувака, который нам приносит деньги. Где у нас? White Mage. Белая магия, смотри. Cool down. Замораживает, да? Cool. Cool. Ага. Давай его попробуем. 3000 стоит. Так, а вот у него получается секунды. Секунды добавляет. Посмотрим. Давай, сразимся. Что он делает вообще? Ага, что он сделал, непонятно. Слушай. Ладно, мы потом разберемся, что он делает. Как всегда, сразу мы не можем врубиться. Если только одну скорость, смотри, сейчас уменьшим. И нажмем. А он, может быть, им замедляет... что они двигаются медленнее, нет? Фиг знает, короче. Непонятно. Ладненько, мы поставим другого, короче. Вот у нас трофеи есть, у нас мы зарабатываем теперь день уже побольше. Но у нас, в принципе, да, проблема в том, что у нас денег надо побольше. Давай поставим, где у нас тут? Вот этот чувак, который приносит деньги. 17%. 18, 20%. 21% бонус голд, 20%. Хорошо. Давай. А, подожди, почему его не заменили? Давай. Эквип. Использовать. Хорошо. Сейчас чисто мы на золоте будем зарабатывать. Так, а ну-ка. Давай. Ману. Можно поменять тоже на золото. Бонус голд 10%. Хорошо. 100 тысяч мы сейчас заработаем. И опять нам нужно, в принципе, побольше денег сейчас заработаем. А потом уже будем, когда воевать против другого замка, мы поставим другие вещи сюда. А пока... Пока надо делать деньги и зарабатывать. Чтобы раскрутить нужно нам игрушку, нам нужно больше монет. Вот, дядька, видишь, монеты привез. 5000 золота. Нормально? Нормально. Так, давайте, у нас, в принципе, маны здесь еще много. Нужно использовать эту ману. Пусть стреляет. О! Сколько заработали? Почти что 40 тысяч. Нормально же? Нормально. Так, что мы здесь будем? А что я хотел? А, 100 тысяч нам нужно заработать, ребята. Да фигище денег. 100 косарей. Чтобы получать на 10% больше золота. Ну да. Не особо и много, слушай. 100 тысяч. Ой, 100 на 10%. Чтобы нам отбить эти 10%, я не знаю, сколько нам придется играть. Да? Так, 57 тысяч. Ну, не знаю, до 80 тысяч дойдем мы или нет. О, монетки. Сундучок открыл с монетками. Круто. Неплохо. Так, давайте вот этих всех ребят сюда сейчас позовем. Бонус голд 17%. Фига, откуда? Где? Чувак, кого? Алло. Подожди, это что за чувак ты выбежал? Алло. Это босс. Сейчас мы тебя сейчас дофигачим. Подожди. Во. Все, победа. Хорошо. Так, 100 тысяч мы не заработали с вами. Не хватило у нас только... одной катки. Так, посмотрим, сейчас заработаем или нет. О,
Так, лучниц, лучников сюда. Хорошо. Смотри, бонус голд 17% у нас написано сверху. У нас такого никогда не было. Что значит бонус голд 17%? Ха-ха. Может, это чувак, который нам деньги принесет? Не знаю, я слушаю. А у него точно там 17%? Сейчас мы посмотрим. А, смотри, уменьшается вот эта штука, да? Кончается. Опа, и кончилось. Да, это, походу, вот этот чувак нам приносит бонусы вот эти вот. Сейчас я зайду, посмотрю, сколько он реально приносит. 17%? Нету, 21% у него бонус. Ну, а мы сюда поставим не героя гвард, а поставим майн на 10% бонус голд. О, отлично! И давайте сразимся, посмотрим, у нас 11 тысяч было. И сколько мы сейчас заработаем? Золото-то, а? Золотишко-то, Алёшки. Так, давайте вот молнией. Хорошо. Так, срочно нужно ангелов выпускать. Ах, ангелы долго у нас выпускаются. Так, что-то у нас этот нету, где-то там все... Эта штука не появляется. Интересно, может сейчас появится, слушай, нет? Нет, нифига. Интересно, блин. Так, было у нас 13, почти что 10, да? Сколько мы заработали? 40 тысяч, да, где-то 40 тысяч мы зарабатываем. Это не очень немного, 40 тысяч. Так, а ну-ка, ну, сердечко. Давай регенерацию маны увеличим 80%. Вот, уже неплохо. Улучшаем. Что мы улучшаем? Давай этих самых улучшим, наших лучниц. Посмотрим. О, золотые волосы пошли, смотри. Прикинь, да, улучшается. Хорошо. Давай сразу вот этих ребят выпускаем. Пускай работает. Хорошенечко. Смотри, я шахту тут купил, и теперь не появляются проценты золота. Интересно, почему? Фиг знает. Так, лучница. Давай сразу лучницу выпустим. У нас, видишь, много ман. А вот я не знаю, как мана будет использоваться, когда мы будем против замка воевать. Вот там проблема. С манной почему-то всегда. Так, Виктор, и победа. 53 тысячи. Давай попробуем. На замок зайдем, вот это 160. Попробуем батл устроим. Так, давай сразу вот этих вот ребят всех выпустим. Давай на замок. Попробуем, да? Уничтожается замок. Фиг там. Фиг там. Ага, ну, мана, да, мана восстанавливается. Прям, слушай, алё. Прям мана восстанавливается хорошо, неплохо, слушай. Неплохо таки мана восстанавливается, да. Я ожидал, что будет хуже. А нет, нормально все. Прям неплохо, неплохо. Ой, мы сейчас, может быть, даже завоюем этот замок, не знаю. Да, надо вот этих вот чуваков улучшать, чтобы больше было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, сколько их бежит, а. Алло. Сколько много вас. Как же мне вас всех побороть? Прям вот эти вот крестьяне бегут и бегут, смотри. Прям куча этих крестьян. Да, маны, в принципе, немножечко хватает. Ну, уже такая проблема, что мана заканчивается. Слушай, алло. Да, все, мани крындык пришел. Все. Заканчивается мана. Ё-моё. Тяжко, 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 тяжко. Вот все, мана кончилась. Нифига. Блин, чуть-чуть осталось. Давай, замок. Замок завоевать чуть-чуть. Нет, маны нету. Ё-моё. Давайте, чуваки, стреляйте. Ах, все, мана закончилась. Ёлки-палки, все, вот это проблема. Вот это проблема с этой маной. Да, замок мой. Надо, короче, замок улучшать и все улучшать. Короче, в основном ману, видишь, маны. Маны не хватает и все тут. Так, 30. Так, давай, давай, поставим. Нет, не поставим. О, поставили, поставили солдатиков. Нам вот этого головарчика. Нет, не можем. Смотри, мы сейчас... Ой, мы сейчас проиграем, блин. Маны нету. Кончилась минмана. Да сколько вам этой маны надо? Алло. Да, здоровье у нас все. Все, крындык. Не хватает маны. Надо нам ману вообще конкретно увеличивать. Ну что ж. Ладно, дорогие друзья. Большое спасибо за просмотр. Будем заканчивать серию. Всем подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Всем до новых встреч. Пока-пока.